вечер, мы всех приветствуем. Вы точно зашли в дверь. Ну а развенчивать мифы и пропаганду, конечно же, мы всегда будем в компании Марка Книгина. Марк, здравствуйте, добрый вечер. Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала. Но я не сожжешь как-то раз, лучше вскрыть воевас. Но вы вдвоем, вы не со мною. Был так прекрасен вернисаж, но зол еще прекрасней больше. Но вы вдвоем, вы не со мною. Надо за спасением к вам иду, вы только его давно не жду. Но вы вдвоем, вы не со мною. И я всегда на том ловлю, что вас почти уже люблю. Но вы вдвоем, мы не со мной. Мы не со мной. А вернисаж, а вернисаж. Какой побег, какой пейзаж. Но зимний вечер, летний зной. Зной. А вот есть я весной. А вернисаж, а вернисаж. Какой побег, какой вернисаж. Ну плохо пробили я вас, а я смотрю, смотрю на вас. Смятение вы мое и друг, мой сон, что помни на езду. Но вы вдвоем, вы не со мною. Моей надежды ясной светки, я шла к вам свой до долгий мир. Но вы вдвоем, вы не со мною. Верой не Саша, учитель наш, вы не один тобой пассаж, но вы вдвоем, вы не со мною. На этой выставке Тартин сюжет отсутствует один, где мы вдвоем, милый со мной. Ах, верой не Саша, верой не Саша, такой в ответ, какой пейзаж. Почему вы не поете? Вот зимний вечер, летний зной. А вот венец я весной. А в вернисаж, а в вернисаж. Какой побед, какой пейзаж. Вот плохо в кровь и небо. А я смотрю, смотрю на вас. Называю встречу в районе Берлине 24 февраля. Мы выступим с программой, стараемся с Аленой Курбановой вас порадовать. Но вы вдвоем, мы не со мною. Но вы вдвоем, мы не со мною. Где вы вдвоем, где вы со мной? Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой побег, какой пейзаж. Но в зимний вечер летний зной. А вот Венеция весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой побег, какой пейзаж. Не забывайте оставлять нам лайки. Но кто-то проклял вас. А я смотрел, смотрел на вас. Отбил лесаж, отбил лесаж. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Моя жена точно будет украинка. Гражданка Украины. Ну, 100%. А я смотрю, смотрю на вас. Благодарю всех зрителей, что вы были с нами в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных группах. Обязательно проверьте, не слетела ли ваша подписка. Конечно, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. В общем, у нас на сегодня все. Увидимся завтра в эфире.